Студенты одного из вузов республики создали робота по образу героя из авторской книжки-раскраски художницы Любови Веденькиной. Книга увидела свет в рамках проекта «Мы вместе». Он реализуется при финансовой поддержке президентского гранта в области культуры и искусств. Подробнее в нашем сюжете. Суть проекта состояла в создании книжки-раскраски. Она соединила в себе две уже изданные работы. Одна была написана для девочек, другая – для мальчиков. В предыдущем издании они были напечатаны на русском, английском и болгарском языке. В новой же версии к ним добавился марийский. На каждой странице – новый герой, а рядом с ним написана часть стихотворения. Все вместе они складываются в полноценное произведение. Работа над проектом началась еще летом, когда его руководитель объявила конкурс. Его участники раскрашивали понравившийся образ из старой версии книги. Теперь фотографии лучших работ напечатаны на страницах нового издания. Зимой по мотивам книги для девочек «Дочери вечности» было сделано театрализованное представление. Сейчас же пришла очередь книги для мальчиков, которая называется «Сыны небес». По ее мотивам студенты одного из вузов республики сделали робота. Данная разработка заняла примерно 2 месяца. Он может выполнять различные функции под музыку, под стихи и при этом размахивать руками. В данный момент она самостоятельно не может выполнять различные функции. То есть только управление происходит через приложение. Отдельный человек, который установит приложение на свой мобильный телефон и через вот это мобильное приложение будет слать определенные функции, чтобы робот их выполнял. В будущем команда проекта планирует путешествовать с роботом по республике, заезжать в детские дома и интернаты. И, конечно, создавать других персонажей книги из различных материалов, делать куклы и поделки, создавать костюмы. Проект интересен тем, что участвуют студенты, которые увлеченно, настолько вдохновенно и нас заразили. Процесс затянулся слегка, потому что они все время его совершенствовали. У него появлялись новые и новые возможности. Он научился не только говорить, танцевать, читать стихи на разных языках, но и стал каким-то нашим другом. Каждый, кто хочет принять участие в проекте и помочь в создании других персонажей книги, может обратиться на электронную почту, которая указана на экране.